Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем кукольный дом Венеция. В набор входит наждачка, 172 детали конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. Для извлечения крупных деталей находим сцепки, а затем надавливаем на них сначала в одну сторону, а затем в другую. А для таких неровностей используем наждачку. Для извлечения мелких деталей используем вспомогательный инструмент. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. На каждой странице в инструкции вы увидите места расположения нужных нам деталей. Не выбрасывайте запасные детали на случай, если что-то потеряется или сломается. Так как дом является сборным и разборным, мы легко соберем его без клея. Обращаем внимание на расположение деталей. Деталь под номером 10 вставляем и задвигаем до упора.
собираем по аналогии. Со второй дверцы проделываем то же самое. Второе окно собираем по аналогии. Обращаем внимание на расположение деталей. Для задвижек деталей под номером 5 используем вспомогательный инструмент.
Второе окно собираем точно так же. Обращаем внимание на расположение деталей. Остальные ступеньки вставляем по аналогии. То же самое делаем с другими ступеньками. Это лестница на первый этаж, а это на второй. Готово! У собранной модели открываются двери и окна. Рекомендуем вам сохранить упаковку для хранения или перевозки дома в разобранном виде, а также сохраните инструкцию, чтобы снова собрать дом. А для того, чтобы дополнить дом, вы можете приобрести набор мебели, гостиная, кухня и спальня. А также при помощи красок можно сделать дом ярче. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!